показываю еще один свой альбомчик марок. Здесь СССР, 60-е, там, 70-е года. Марки достаточно часто встречаются. Недорого сейчас стоит совсем. Покупал у коллекционеров. Там все, подборка, вот, кажется, что они одинаковые. На самом деле, на разной бумаге, там еще какие-то у них там, беззубцовые, все это. Но стоят они копейки сейчас. Вот, а все равно приятно СССР вспоминать. Ностальгия. Вот 60-е, 70-е годы. О, боже, как недавно это казалось, что было-то. А вот уже столько лет прошло. А маркам хоть бы хны. Как новенькие все. Да, многие эти марки пережили своих хозяев. Некоторые даже многократно, наверное. Вот интересные. 5 одинаковых марок в сцепке. Кажется, нафига надо-то эти 5-то? Можно одну. А у них там сзади номер. Это из автомата. Автомат был, что продавал марки 20 копеек. Опускаешь 5 марок, вжик. И чтобы учет вести, там на каждой пятерке номер сзади. Вот так. Вот тут тоже серия. Все одинаково, вот эти вот две одинаковые. Вот это вот одна способ печати, а это совсем другой. Здесь металлография, они более четкие такие. Их почему-то всего две было. Здесь все серии полные. Сейчас их собрать нетрудно. Многие марки продают, а покупать почти никто не покупает. Таких покупателей, как я, марок, один на 1000 продавцов, наверное. Вот эти марки я помню. Их еще на конверты наклеивали при мне. 60-е годы. Оу. Я тогда маленький был. Вот эти попозже немножко были. Эти тоже. Тут всякие города, события какие-то. В общем, вот такая вот жизнь была. Это олимпийские. Их там несколько серий было. Они у меня все есть, естественно. Раньше они стоили 1,5 рубля штука. Это были деньги-то не маленькие. А сейчас их можно купить по 2 рубля за штуку, если повезет. Вообще, считай за даром. Такие вот марки. Вот такие. Вот такие вот. Вот. Ой. Да, столько воспоминаний с ними связано. Целое море. Целое море воспоминаний. В детстве было трудно набрать эту серию. Одну найдешь марку, смотришь, еще одна, оказывается, есть. Там еще, еще. А их, оказывается, всего 9 штук было. Я даже не знал, что их так много. Только сейчас узнал, когда покупать стал. Вот такой вот альбомчик. Тоже здесь. Марки СССР.